Всем доброе утро, ребят. Я сегодня такая лохматая. Ну, как обычно, с утра. Я белишко перестирала, занавески все постирала, я их уже высохли. Я все занесла в дом. Здесь муж траву всю перекосил во дворе. И сейчас я пойду заниматься ремонтом. Буду начинать с комнаты. Я сейчас ее подготовлю и буду все по очереди, чтобы не всю грязь сразу, все обои, все сорвать, все вынести, убрать, а потом уже клеить, белить. И клеить. Так что пойдемте со мной, будем делать. Сейчас, ребят, все масштабы я покажу, какие у меня. Что мне сделать, эти все обойки снять. Они уже старые, затрепанные, закоцанные. Там поцарапано, тут поцарапано. Приглядишься везде. Короче, ужас, ужас. Наша маленькая комнатка. Вот такая. Плитка вон там подклеивалась. Я плитку не буду менять, я помою и подклею. И новые обои будут. Так что вот она, маленькая наша комнатка, уютная. И сейчас начнем все убирать. Ребят, все поснимала, все вынесли мы с мужем, и сейчас буду отрывать обойки. Только они будут так сложно отрываться, вот здесь вообще они так намертво приклеены. Я вообще не знаю сейчас, как буду я этим делом заниматься. Вот все, начинаем отрывать обои. Как она выглядит до, потом будет после. Ребят, у меня дилемма. У меня обои плотно сидят к стенам. Я не знаю, как их отодрать. Они не отдираются. Как их отдирать? О, чуть-чуть оторвалось. Все, больше не отрывается. Я в шоке вообще, как я буду сейчас их отдирать. Стресс. Намертво приклеим. Намертво. Как? На поверхность обоев нельзя клеить? Во. Сейчас почитаю в интернете. Все. Нигде ничего не отшкрябывается. Тут вот краешек оторвался.
Возле розетки. Могу снять. А больше не хочет. Они мертвые сидят. Мертвые, мертвые, прям мертвые. Вообще, прям впритык, они еще пупырчатые, вот как мне что делать? Не знаю. На них никак будет все просвечивать, я, короче, вообще в шоке. Сейчас поищу, как отшкребывать обои. Сижу, ребят, вот краешек чуть-чуть об этого, и то тут старые обои видны. Короче, смочила пшикалкой водой, подождала чуть-чуть на размоку, она все размоку и шпарит. Ну, я представляю, что такое первое, сколько мне нужно шпарить. Короче, в шоке. Это я только снизу попробовала, не знаю, сверху сейчас что пойдет. Thank you.
В общем, комнатку подготовили. Я все помыла. Плиточку помыла. Подклеили все. Окна помыла, шкафы помыла. За батареями полы все перемыла. Чистенько. Но сегодня я клеить не буду, так как я сейчас буду все снимать в кухне. Всю грязь с кухни вынесу. А завтрашнего дня я уже приступлю клеить. Но так как у нас обои не снялись, и мы сошкрябали вот это все, что смогли. Мы, короче, тут мучились, не знаю как. Полдня. Короче, вот это шершавое все сошкрябали, она все гладенькая. В общем, поклею так поверх, потому что она ни в какую не отрывается. И водой я брызгала, ребят, отшкрябывала. И это бесполезно. Здесь ДВП снизу. И она никак не отрывается. Что смогли, то поотрывали. Так что как-то так. Потому что здесь все старенькие стены, старенькое все. Ну и все. Завтра буду приступать к обойкам. А сегодня на этом в комнате все. Ну, конечно, между делом, ребят, я приготовила супчик. У меня мяско тут готовилось. И я сделала суп с гречки. Чуть-чуть супчика приготовила. Сейчас покушаем, пообедаем. И я буду кухню все полностью крошить, кромсать. Так что сейчас мы пообедаем. И будем заниматься кухней. Я, ребят, не просто комнатой занималась. Я вон все перестирала. Все шторочки, тюльки, все. Я уже все занесла. Тюльки занесла, шторки еще висят. Вот еще куча вещей у меня. Ну, у нас солнышко выглянуло. Так тепло, вообще клево. И вот я когда танцевала, показывала, у меня тут прищепки. Это потому, что я хожу, вешаю белье. И прищепки прицепила. Мне так удобнее, чтобы мне их не потерять. И вот хожу с ними. Вышла чуть-чуть подышать. Подустала, конечно, чуть-чуть. Тут там учились, не знали, как эти обойки отшкрябать. А потом все-таки так решили поверх сошкрябать, так решили наклеить. Ну никак. Водой мочили, бесполезно, ничего не помогает. Я уже всеми способами там переделали, что только могли. Так что сейчас пойдем поведаем. Потом еще вещи надо будет постирать. Ну, сейчас я хочу вынести все с кухни. Так, не мебель, а все обои сорвать, эту всю грязь убрать. И чтобы мне потом закатывать потолок и уже клеить все, чтобы у меня чистенько было, чтобы ничего не было. Ну, в зале я покажу, что у меня еще в зале, там дом. Все, ребят, теперь приступаю я к кухоньке. Сейчас все поснимаю, все поубираю. Да я посуду помыла, мы пообедали. Все уберу. Это там с комнаты как вынесла, сейчас ничего не убрала. И буду сорвать здесь обойки и наводить порядок и чистоту.
все, ребят, подготовила все я. Что поснималось, то поотрывали. Что не отрывается, вообще никак, намертво сидит. Так что все, я все перемыла, все подготовила. Так что завтра я потолок закатаю белым и начну, наверное, комнату клеить. Так что у меня уже сил нету, у нас на улице темно. На этом, наверное, я закончу сегодня свою уборку. Ребята, я все помылась, села перекусить. Вот у меня тефтелинки такие. Тут таблеточки во время еды мне нужно выпить. И вода стоит. Так что... Мама, ты завтра дома, да? Да, сыночка. Сейчас я покушаю. Больничный продлили? Во вторник в больницу. Во вторник, а потом что? На работу ходить? Угу. Так что всем приятного аппетита. А Степка играет с пантерой. А я думала, с котенком. Котенок там молочко пьет. А все? Погрела. У меня микроволновка стоит в зале. Я сейчас в зале сидела на полу, грела. Все, всем приятного, ребят. Все, ребят, я увалилась. Все сделала. Лежу в серединке зала. Он там... И Степка бегает раздет. Труселя. Я валяюсь, телевизор смотрю. Так что всем, ребят, до завтра. Пока-пока. Завтра будет новый день. Много работы. Всем пока.